виброцентробежные зерновые сепараторы предназначены для очистки зерна, крупяных, зерновых и зернобобовых культур в составе механизированных линий на элеваторах, мельницах, зерноочистительных сушильных комплексах. В процессе многолетних поисков оптимальных конструкций был создан параметрический ряд высокоунифицированных зерновых сепараторов производительностью от 25 до 300 тонн в час. При работе сепаратора решеты вращаются и одновременно колеблются с помощью оригинального вибратора, который обеспечивает полное уравновешивание сил инерции. Сепаратор очищает зерно последовательно от легких примесей воздушным потоком, а затем решетами от мелких примесей, некачественного зерна и крупных примесей. Чистое зерно выделяется нижним решетом. При очистке зерна отверстия решет интенсивно забиваются мелкими частицами. Для очистки отверстий от этих частиц разработаны оригинальные копирующие очистители, которые значительно повышают эффективность работы сепаратора. За счет действия инерционных сил вращательного и колебательного движения рабочих органов сепаратора скорость очистки зерна увеличивается в 2-3 раза, а также значительно повышается четкость разделения зерна и примесей. Опыт многолетнего использования сепараторов подтверждает, что они обеспечивают экономию производственной площади в 2-3 раза, снижение материалоемкости в 1,5 раза и энергоемкости в 1,2 раза. Сепараторы защищены от выделения пыли и динамически уравновешены. Преимущества новых зерновых сепараторов создают большой спрос на них среди предприятий и хозяйств страны. Сепараторы соответствуют лучшим образцам зерноочистительной техники, запатентованы в США и других странах. Упрощение технологии и снижение стоимости очистки сухого зерна создан оригинальный самопередвижной зерноочистительный агрегат АЗП-50, виброцентробежный сепаратор которого очищает зерно на открытых площадках или под навесами. Агрегат настраивает один оператор, затем агрегат работает автоматически. Производительность агрегата 50 тонн в час.